Сейчас будет классно, ребят. Куда все? Сейчас будет классно, ребят. Не расходимся. Сейчас тут подарки будут, шарики надувные. Аниматоры придут, ребят. Вам как пить, дать пиздеть про меня за глаза. Но я кинул вас обе перчатки. Ты гнал на баб, что они ходят на батлы, чтоб повыебываться. И на меня-то за то, что Фауста суфлёром поставил. А сам, блядь, выебываешься фотками. И за хостом стоишь листами. Здравствуйте, с вами Трущоба Батл. Меня зовут Дима Тинтин. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя встреча? Эта хуйня работает? Дима кто? Дима Тинтин, меня зовут Дима Тинтин. Как вам сегодняшняя встреча? Дима Диндин? Нет, братан, ты все. Ты не местный, да, наверное? Нет. Как вам сегодняшняя встреча? С вами потрясающе просто. Да, слушай, ну я по девочкам. Так я, ну. Ну ты уже все, ты уже не переобуешься, ты уже спалился и на видео, братан, прикинь. Но это не я, Хасан, Диндин. Слушай, это будет смешно. А давай почему бы нам не открыть дверь и там не поприкалываться с тёлками? Женя, Жень, выходи. Жень, выходи. Хватит писить, выходи. Вопрос такой, сколько нужно матерей жарить, чтобы стать рэпером? Главное, со своей не перепутай. Моя мамка страдала анорексией. Это он не про мою. Странная тенденция. Женя... Что такое батл рэп? Рэпы вообще это же эти, которые, ну, петушатся, да, на этом? Да. Да. А вы рэперы? Да. Нет. Coming out? Да, да, да. Я Ефим, и я рэпер. Жень, выходи. Нет, без вопросов. А, смывать надо. О, господи! Для такого торжества подготовил стихотворение. Берешь того лысого, того карлика картавого. Они сейчас в тренде. Они сейчас в тренде. И, короче, говоришь, сегодня мы объявляем наш первый рэп-концерт. Ты готов к первому рэп-концерту? Рок-концерту? Рэп-концерту. Нет, не готов. Вот сейчас готов, они крикнули, я ждал просто момент. Батлил фристайлом за пиво против Миксо Информ. Вот настолько я олд. Black Dog, чувак. Я настолько олд, что мне, блядь, 30 в этом году.